занял первое место, поздравляю. Как настроение и как немного об играх? Ну, настроение просто супер, как бы, не только из-за БЦГ. У меня вчера был день рождения, так что я себе сделал сам подарок, самый главный. Насчет радости над победой, ее не так много, потому что я упорно готовился, я как бы знал свои силы, и только боялся где-то сделать ошибку, но, слава богу, как бы все получилось удачно. А вот если сравнивать прошлый год и этот год, сильнее стали соперники для тебя или все-таки все прошло легко и ты уверенно взял эту квоту? Ну, как бы, это игра, то есть постоянно есть напряжение, постоянно есть соревнования. Просто, ну, мне везло, скажем так, сегодня. Я играл хорошо. Вот так вот. А как собираешься выступить на финале? И вообще, как твой напарник Фикс может выступить? Вот, ну, твое мнение. Ну, я думаю, Фикс точно выйдет из группы. Это будет минимум. Думаю, тоже топ-8 для него светит легко. А дальше ему уже придется стараться. И все будет зависеть от тренировок. А также от сетки. Это сингл все-таки. Насчет меня, то я буду упорно готовиться. То есть... Не буду халявить, как в прошлом году, там, у меня будет абсолютно все равно на сетку, я просто буду трениться. Спасибо тебе большое за такое коротенькое интервью, удачи тебе и готовься, ну, выступи достойно. Да, удачи. Спасибо, чувак.